Так, сейчас, короче, будем цеплять машину. Ну вот. Вот так выглядит вот эта красавица. Машина, короче, повезло. Так, всем привет, подписчики канала. Все люди, которые смотрят этот видос. Так, ну вот так. Ну, в общем, начнем. Сегодня у нас... Вадимка, какое число? Восьмое. Да, 8 декабря. Декабря 2016 года. И начну, наверное, я с самого малого. Вообще, почему мы начали записывать это видео вот именно сегодня? Где-то недели полторы-две назад вдруг попал в очень неприятную ситуацию. Вот. Короче, мы сейчас едем к Николаю. У него автомобиль Нива Урбан 2016 года. В эксплуатации у него сколько там? 4 месяца или 5, по-моему, как он купил. Получилась такая ситуация, он остался виноват. Пол морды у Николая, не у Николая, а у автомобиля, вот, под замену, ремонт. На какую сумму? Мы еще сами пока и не знаем, по сути дела. Так, сейчас, короче, будем цеплять машину. Ну вот. Вот так выглядит вот эта красавица. Машина, короче, повезло. Так, я не знаю, конечно, сейчас как поедет. В общем, продолжаем мы съемки. Сейчас зайду за Николаем. Сегодня у нас минус 19 градусов. Сейчас, наверное, камера начнет запотевать. Вот Калек, соучастник этого шоу. Так, что, короче, аккумулятор будешь ставить, чтобы это работало? Да, аварийка. Аварийка, ну, отключи. Сейчас, быстро. Ты, наверное, надо сходить в туалет. Короче, с утра попили кофе. Вот, напинал так по полочкам. В общем, давайте, не переключайтесь. Как выйдем, дальше начнем снимать. Процесс начался. Процесс, короче, начался. Ставим аккумулятор сейчас, чтобы аварийка-то работала. Что-то трос не могу найти там. А, взял, да? Так, ну что здесь у нее побито? Короче, двигатель не заводится. Вот. Радиатором прижало все ремни, короче. Можно было? Он рассверлил радиатор, видите, он вам. Сюда. Вот такая вот ситуация. Так, Вадим, там в машине возьми эту резиновую. Ну, вот так будем обходить.
Да, конечно, это будет прикольно, бля. Ну, делать надо. Надо ехать. Пока страховая готова платить за ремонт. Просто раз у нас на помощь Вадимка пришел. Ага. Так, здесь, короче, мы зацепляем. Это наше добро хозяйство. Да, вот прям на этот крючок, ага. И перецепи. Не-не-не-не-не-не, не так. Держи камеру. There's a bright star shining tonight, I have never seen before. It makes the snow come alive with the light, like a spotlight on the glistening winter floor. And I'm thinking of you and how I'm just nearby. I know what I gotta do, I must give it a try. So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town? It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. We can take a shortcut through the park, walk real close, holding hands there in the dark. Have some hot chocolate in a deli store. Now doesn't that sound like something worth opening the door for? So won't you come up with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town? It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. Life is much too short. Так, тряпочку там. Открой вот эту. Ниже. Еще на одну. Through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come out and take a Christmas stroll with me tonight. So come out and take this Christmas stroll with me tonight. So come out and take a Christmas stroll with me tonight. Ну что, короче, пройдено практически полпути. Тормозов на машине сзади нету.
стекла посеет ужасно. Чуть погодя, я сниму и покажу. Вот, в общем, мы полпути, вот нам осталось совсем, в принципе, немного. Вот, но мы стараемся, мы боремся, мы идем к завершению своей цели. Так, сейчас мы находимся возле автовокзала. Фу ты, ЖД вокзала, блин. Так, вот сейчас будет светофор. Зажгется через 32 секунды. И мы дальше в бой. Вот как я вам говорю, как колес тут ехал. Вот так это все тер. Все замерзло. Так, ну что? Вот он самый тот автоцентр. Короче, сейчас Халек пойдет договориться, документы, все как. Загоняем мы и все. Так, вот, подходитесь, блядь. А мы, короче, едем в тепле, кайфуем, вот без перчаток. А смотрю в окошко, короче, а Халек там трет это стекло. Он мерзнет, ты мерзнет. Ну правильно, ты дышишь? Да. Вот и пар идет. Ну, в общем, все, как сказать, сейчас мы чуть дальше, погодя, еще снимем, а то камера у нас садит тоже, холодно, неудобно держать. Все, давай. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. Life is much too short to let it pass us by. Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight. Yes, come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come out and take a Christmas stroll with me tonight. So come out and take. Сейчас снимем все, которые повреждения, еще раз. Так, по кузову, в принципе, замечаний нету. Этот косяк, это наш. Точнее, колька. Так, все в наличии. Резина. Бриджстоун. Так, этот ключ надо крутить, Так, друзья, привет еще раз. Короче, рассказываем весь процесс, как мы отдавали машину в страховую по каско. То есть раньше вот было немножечко видео, где мы как показывали, как тащили. Сегодня у нас на какое число? Восьмое. То есть это все события приходят в один на руки. Короче, пришли мы в страховую, зашли туда в гэмбл. Вот, в общем, показали лист. Сейчас у нас с собой нету, но я думаю. Направление. Да, направление, короче, от страховой. Мужичок нам все, кстати, менеджер, не помню, как его зовут. Вот, ну все подробно, да, короче, рассказал. Работу вот, знает, показал, да, свою работу, по сути дела, знает. А мы, как правило, не то что любопытно, а в этом деле-то новички. Первый раз, да, толстый. Да, первый раз. Вот, и поэтому вы тоже вместе с нами проходите этот процесс. Что делать в случае, если вот твой автомобиль попал по каске, да, по каске, в ДТП.
Совершенно новый автомобиль. Жалко, конечно, жалко. Три месяца, четыре месяца прошло, как проехал, да? Купил. И вот 24 числа я ее мне помяли передок, вот так скажем. Вот, потом, после осмотра, после стоянки, Николай пошел с этим менеджером. Что ты там расписывался? Ну вот он, о принятии автомобиля. Короче, он принял. Да. Да, то, он осмотрел автомобиль. Осмотр. Побои есть, не побои, а битость. И принял. Я расписался. Вот теперь будем ждать, когда они нам позвонят. Сказал, что через недельку позвонят. И вызовут со страховой компании человечка, который приедет. Идут дополнительные такие платные вещи. Это, ну, в общем, короче, поняли. Вот ты расскажи прикольно, как ты ехал, короче, как тер ты эту машину. А я, знаешь, в зеркала наблюдаю. Вот, смотрю, там трёт и рулит, короче. Еще боязнь ты это самое, вдруг в жопу не въехал. Ну, ехал, поэтому, да. Я ехал как в танке, потому что все замерзает, дышит. Тормозов нету, да? Ну, тормоза есть, но они как бы, как они там, помповые или как их называют, я точно не знаю. Короче, работает от двигателя. Да. Когда двигатель, при включенном двигателе. Да, и руль тяжелый, да? Да, руль так больно, когда двигатель не тяжелый. Руль такой же почти. Ну, в общем, доехали мне сегодня прикольно. Пришлось вытирать, оттираться, еще нечем было. Взяли, сломали диск, вернее, крышку от диска. И этой пластмассой вот ехал все. А, от места этой стопки, да? Да. В общем, как-то вот так вот дела происходят. Следующий видос, наверное, снимем уже тогда, когда что-то, наверное, движения пойдут. Да, когда позвонят. Ну, в общем, кому было бы, будет интересно, ставьте лайки, комментируйте, как у вас все эти дела обстоят. Вот, в общем, у нас тут двигатель, процесс движения Нивы, сервис, вот так вот. Да, мы первый раз с этим столкнулись и посмотрим, как это делается вообще на самом деле. Ну все, всем давайте, пока. Так, да, давайте посмотрим все участники наше мероприятие. Я, собственно, Шерстов, Вадимка, оруженосец наш. И Геннадий торжества. Всего этого торжества. Давайте. Пока-пока. We can take a shortcut through the park. Walk real close, holding hands there in the dark. Have some hot chocolate in a deli store. Now doesn't that sound like something worth opening the door for? So won't you come up with me tonight? On a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come on and take a Christmas stroll with me tonight. Life is much too short. Life is much too short to let it pass us by. Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight. Yes, come out with me tonight on a Christmas stroll through a wintry town. It's a lovely sight when the city's in this gown. So come out and take a Christmas stroll with me tonight. So come out and take this Christmas stroll with me tonight. So come out and take a Christmas stroll with me tonight.